Здравствуйте, товарищи, люди, леди, джентльмены. Если есть у вас сушилка для овощей и фруктов, вы можете сэкономить немножко времени в весенний-летний период, когда необходимо больше работать в огороде или на даче. Например, для приготовления пищи можно сейчас, пока осенне-зимнее время, овощи и фрукты насушить в сушилке, резать или натереть некоторые овощи. Можно даже сушить мясо или рыбу, грибы, травы для чая. А потом, когда наступит время для посева и посадки растений, для приготовления пищи можно будет накидать суп или рагу. Можно будет накидать эти сушеные овощи, немножко восстановив, и будет возможность тратить меньше времени для резки этих овощей и фруктов. Вот как вы думаете, можно ли на этом сэкономить время? Подпишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите. Спасибо. Почему некоторые люди не хотят иметь детей? Потому что они понимают, что эти дети будут похожи на них. Подписываемся и слушаем дальше. В рамках курса модернизации к инновации на машины чиновников будут установлены энергосберегающие мигалки. А что такое авангардное искусство? Это когда думаешь, что попал на выставку детского рисунка, а оказалось, что взрослого гения. Дед Петруха попал в больницу. Во время обеда санитарка приносит ему четвертинку огурца, ложку пюре и маленький кусочек хлеба. Дед Петруха говорит: «Милейшая, а вы не смогли бы мне принести почтовую марку?» Санитарка спрашивает: «А зачем?» Дед Петруха говорит: «А вы не поверите, я люблю после обеда что-нибудь почитать». Да, я каждый день провожу время в компании с кучей тёлок. А кем ты работаешь? Пастухом. Блинчика. Хозяйки на заметку. Извиниться перед гостями за то, что не убрано, гораздо легче, чем сделать уборку. Извините, я вот уже полгода не получаю премию. Извинения принято, можете идти. А езжи! Мальчик просил монетку в фонтан, чтобы вернуться. И вернулся, потому что не хватило денег на автобус. Липтика. Здорово, Анфиса. Да. Давно не виделись. Да. Как дела? Да. Почему ты постоянно говоришь «да»? Ты не даешь мне закончить фразу «да пошел ты». Вот вы говорите, что помимо человечества во Вселенной есть более разумные формы жизни. А какие доводы в пользу того, что они более разумные, вы сможете привести? Да, хотя бы то, что они к нам не летают. Мне тебя не хватает. Правда? Да, солнышко, пора еще одну бабу заводить. Подписываемся, кликаем на колокольчик.